Все, привет, привет. Я очень быстро торопилась, очень быстро, потому что мы пока есть в гостях у соседей. Думаю, да, зайду пораньше, похрущу. Всем-всем привет. Как видите, у меня уже дома стоит елка. Красавица такая, да. Носочки висят на подарочке. Вот, так что у меня уже дома присутствует волшебство. Мой сын сказал, если елку мы не поставим, к нам Дед Мороз не придет. У него даже на елке здесь есть письмо для Деда Мороза, он уже написал. Ну, точнее, я ему помогла. Поэтому у нас все готово. Да, у нас уже первый раз в жизни я ставлю так рано елку. Первый раз в жизни. Ну что, пожалуй, начнем. У меня мокрый ЖТСА, я его постаралась замочить, не знаю, пасту растворяется, да, и так можно потом погрызть. И мокрый у нас элит, кажется. Кажется, элит взяла. Все, давайте погрызем. Вот сейчас как на мои придут. Мои придут, и я не успею ничего сгрызть. Сюб начать. В этот раз начну с Умки. Умка это тот же самый Честер. Когда его кусаешь, он такой сухой, вкус стоительный такой у него. Но потом, когда разжевываешь, прям крутяк. Нежненько такой масс. Привет, привет, девочки. Да, у нас кизил растет. Все верно, у нас и кизил, и инжир, и хурма даже, и гранат бывает. Встречаешь. Какой красивый фон, спасибо. Привет, привет. Сколько у меня детей? У меня пока есть один лев. Один сыночек. Нет, не секрет абсолютно. Мне 34 в этом году, в следующем уже 35. Привет, привет, привет. У нас продают сушеные, и почему-то говорят некоторые, что это не кизил, а сушеные помидоры. Кизил и помидоры, они вообще по вкусу разные. Там 100% нет схожести. Приветики, приветики. А Снегурочку не будете заказывать? Ну, как бы, наверное, мы хотели, а потом это же пандемия. И Снегурочка стоит так нормально. Два раза или в три раза дороже. Не в садике будет утренник, в садике будет Снегурочка. Я думаю, что там прокатит отсутствие. А розовая глина от Главинской, кажется, вот у меня кусочек лежит. Такая залипучка. Рыхлая, рыхлая. Ну, у меня вот эта глина, мне ее привезла подружка. У нее она очень давно, это из первых
поставок, который ей присылала данный поставщик, то есть она такая прям вкусненькая. В конце похоже на основную розовую по консистенции. У нее такие травянистые нотки есть классные. Мне кажется, она сладит. С наступающим у вас. Я думала, где-то 29. Не знала, что сын есть у вас. Красотка, спасибо. Ура, смотри, эфир не в записи. Ну, не, реально вкус, как у Астаны в конце. А присутствуют такие же нотки. Она более вязкая, что ли, даже. Так вам скажу. Как я хотела себе похрустеть. Опять я в пикселях, да что ж такое. Давайте попробуем. Сейчас, секунду, ждем, когда настроится и переключилась. Хорошо, да? Тогда я кусаю. Уже ты сай, он в водичке лежал. Не знаю, насколько он помокрел. Ни насколько. Растворяется в пасту. Так, я, кажется, проглотила. Черт. Да, жидкость очень твердая, глина. Ее надо на чипсики раскалывать, тогда она кусается хорошо. У меня же большой кусок, плотный. Вот у меня кусочек GTSA есть, вот такая чипсинка, ее легче откусить, конечно же. Привет, Мордовия. Да, сегодня нет пасты у нас. Майкоп, Московская область, город Кубинка. Ой, как приятно, привет, привет. Майкоп, привет. Кстати, в Майкоп, кажется, там есть, да, у вас источник, или я ошибаюсь? Горячие. Сербия. Самара. Ах, Самара, городок. Неспокойная я. Самарская область. Казахстан. Ульяновск. Город Ульяновск. Да. Мне Майкоп пойдет тут недалеко. Маникюр покажу потом. Его, наверное, так не будет сильно видно. Потом покажу вам. Дагестан. И вся красота, что в Дагестане. Как мне эта песня нравится. Одесса. Атамасинский округ. Ого. Одесса, Ставрополь, Абердин, боже, девочки, Екатеринбург. Грозный. Тоже мечта побывать в Грозном. Там очень, говорят, красиво. Краснодар.
место моего рождения, прожила там 13 лет. Новороссийск, да боже мой, да это же вообще соседи мы. Это Астана. Живу в Оренбурге, не могу решиться попробовать Оренбург, как Булак вкусный. Нет, мне он не вкусный, он песочный, твердый. Мне так и не нравится. Это кто? О, Севрюкова я взяла. Как правильно, кстати, называть? Севрюкова или Севрюкова? Как смотрю, как все по-разному называют. Аня, вы с Семилой заказывали мел? Да не мел, а подарки на Новый год, дети. Mm.